жүзүндө маекесине арналган иш-чараны ачып деп жарыялайм. В Панфиловском районе прошли соревнования по футболу, объединившие 12 команд из различных государственных структур. Организатором мероприятия выступил РОВД Панфиловского района, которое посвятило турнир столетию кыргызской милиции. В соревнованиях приняли участие сотрудники органов внутренних дел, налоговой службы, госрегистра, центра общей врачебной практики и другие ведомства. Мунун ичинен эки команда райондук ички иштер бөлүмүнөн. Этот турнир проводится в честь столетия кыргызской милиции и укрепления межведомственного сотрудничества между различными государственными структурами. Мы хотели создать платформу для общения и взаимодействия, а также подчеркнуть важность физической активности. Уровень подготовки команд был на высоком уровне. Каждая команда продемонстрировала отличные навыки и стремление к победе. Я горжусь тем, как наши коллеги проявили себя на поле. Это показывает, что в нашей стране много талантливых людей, готовых развивать спорт и поддерживать здоровый образ жизни. Мероприятие не только подчеркнуло важную роль милиции в поддержании порядка и безопасности, но и стало шагом к укреплению межведомственного сотрудничества. Турнир способствовал популяризации здорового образа жизни и созданию дружеской атмосферы среди сотрудников разных структур. Такие спортивные соревнования помогают развивать командный дух, дисциплину и взаимопонимание, что особенно важно в условиях напряженной работы. Это мероприятие воспитания молодежи, патриотизма, здоровый образ жизни и дружбы между регионами. Сотрудники милиции несут днем и ночью работу, охраняют наш покой, порядок. В связи с этим я поздравляю всех сотрудников столетием. Работа ведется под началом начальника РОВД Талгар Чусуевича. Я благодарю всех тех, которые участвуют в других районах. В этом мероприятии участвуют спортсмены нашего района и другого района. По итогу турнира четвертое место заняла команда государственной администрации Панфиловского района, продемонстрировав достойную игру и волю к победе. Третье место завоевал отдел спорта, оправдавший свою репутацию, показав силу и выдержку на поле. Второе место досталось команде электросети Панфиловского района, которая отличилась слаженной командной игрой и стратегическими действиями в каждом матче. Абсолютным же победителем турнира стала команда отдела образования, занявшая первое место благодаря не только мастерству игроков, но и их удивительной сплоченности, показав пример настоящего командного духа. Отдельные слова благодарности хочется выразить организаторам этого турнира, благодаря которым мероприятие прошло на высоком уровне. РОВД Панфиловского района проделала огромную работу, обеспечив не только отличную организацию, но и теплую дружескую атмосферу среди участников. Ваш труд и внимание к деталям позволили каждому игроку и зрителю почувствовать себя частью чего-то большего, настоящего праздника спорта и единства. Спасибо за вклад в здоровый образ жизни и за усилия по укреплению межведомственного сотрудничества. Такие инициативы – яркий пример того, как спорт может объединять людей и создавать крепкие связи на благо общества. Игры прошли на высоком уровне, оставив участникам и зрителям множество ярких эмоций. Честная игра и спортивная дисциплина стали ключевыми аспектами турнира, что подчеркивает высокий уровень организации и важность такого рода мероприятия. Айслу Мурзакова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй, Панфиловский район.